знаю. Это, а, может быть, будет. Когда-то, когда находится какой-то специальный ивент, один может даже быть. Умер, по-моему. Неудивительно. Да, по-моему, даже не один умер, пытаюсь. Никто не скажет, что мы здесь не были теперь. Ха-ха, точно, лавочка. Лавочка. Здесь так приятно зимой посидеть. Как она выглядит? Вадим, да. Давай присядем. Люди специально приезжают за 400 миль, чтобы на ней посидеть. И это я там... думаю, что даже здесь посидеть не получится. Чтобы вы понимали, что здесь вокруг происходит. Вот вам куски льда. Ну, здесь где-то 1,5 сантиметра, блин. А здесь все огорожено, чтобы случайно не прокатиться на льду. Как вам аттракцион? Неслыханной щедрости. Тух-тух-тух-тух. Я думаю, что если взрослый человек сюда попадет, вряд ли шанс будет. Особенно вон там, где вообще все во льду.